что пришли. Изумрудному городу как никогда нужны храбрые сердца. Ты обратился по адресу? Страшила вызывает Дороти! Прием, Дороти! Возвращение в мир классической сказки на все времена! В стране Оз новая беда, которая угрожает королевству! Ты одна можешь его спасти! Новое приключение давно знакомых героев! Летите, мои волосатые чудовища! Дороти остановит тебя! Я аж трясусь от страха! На пути к спасению страны Оз... У меня есть отличный план! Бежим! Это и есть твой гениальный план! К Дороти присоединяются новые друзья. Так это ты, та самая Дороти Гейл, которая расправилась со злыми ведьмами? Это не тебя ли еще и Элли называют? Роли озвучили Полина Гагарина. Раньше страна Оз была совсем другой. Татушка. Алексей Чумаков. Гигантская Зефирина. Капитан Зефир, не вздумайте съесть наручники. И не подлизывайтесь. Гарик Харламов. Я не говорю по обезьяне. В июле этого года вас ждет захватывающее путешествие. Я чую обезьян. Вот вам, получайте. Вас ждет волшебство. Что скажете, пискуны? А что они говорят? А ты не слышал? Вернись в легенду в 3D. Я не могу снять этот костюм. Оз. Возвращение в изумрудный город. Я знал, что им понравится.